В Ульяновске расчистят участок русла Свияги от Вырыпаевки до моста на Минаево. Его длина около 9 километров. Работы планируют провести нынешним летом, но не раньше срока окончания рыбного нереста. На данный момент уже провели инженерные изыскания. Следующий этап – разработка проектно-сметной документации. Ее стоимость – 10 миллионов рублей. Деньги выделил федеральный центр. После изготовления документации станет известна стоимость производства работ. А еще потребность в конкретной технике по выемке ила со дна, плюс расчистки прибрежной зоны от дикой растительности. Это благоприятно скажется на реке, так как ее проточность должна будет увеличиться. И те заторные явления, которые в весенний период появляются, в том числе в поселке Вырыпаевке, там, где определенные зоны затопления и подтопления, они благодаря этой работе будет проходить паводок благоприятнее, и, возможно, затопление уже не будет происходить в этих участках. Проектно-сметную документацию разработает центр «Регион ВОДХОЗ». Его специалисты уже провели топографическую съемку и нанесли на карту символы временных площадок для складирования ила. В ходе выхода на реку сотрудники центра «Регион ВОДХОЗа» и областного Минприроды более точно определились с их местонахождением. В процессе расчистки донный грунт будет размещен на временной площадке складирования, согласованной с администрацией, для использования в интересах администрации этого грунта. Очистка русла начнется после того, как проектно-сметная документация пройдет через госэкспертизу. Кроме того, работы предстоит согласовать с заинтересованными сторонами. Одно из требований уже известно. Заказчика работ, к примеру, обяжут возместить рыбный баланс. В Свиягу планируется выпустить 13 тысяч мальков.